Из книги «Открытым оком», том 13. Тема Лапкин книги, вопрос 2792. О ваших книгах я живу в центре России, имею все ваши книги, даю читать друзьям и знакомым. Мое мнение, какие бы отзывы о них ни получал, никак не меняется, полезны, назидательны, духовны, но никак не пойму, от чего все же у людей идет отторжение их. А вдруг и в будущем останутся книги эти невостребованными? Неужели так безнадежны мы православные? Вроде и Бога любим, и ближнего, и отдашь книгу почитать, вернуть не с восторгом. Почему это? Конечно, время покажет, и время всякой вещи под небом, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Православные не знают Библии и не любят ее. А книги мои полностью основаны на Библии, пропитаны Библией, ведут к Библии ко Христу. Тут и догадываться нечего. Православные любят свой мирок, свое воцерковление, свои поклонные кресты. И главное, им бы научиться молиться. Других научить молиться по книжкам. В каком порядке произносить слова? Это же чисто языческий подход к заклинаниям. Ублажению своего божества. Книги же мои приводят прямо ко Христу, то есть прямо против придуманного трафаретного церковления, против языческого понимания спасения. Исаия 8:22. «И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел». Римлянам 4:18. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, и так многочисленно будет семя твое. Книги будут жить до пришествия Христова, и это абсолютно несомненно, потому что они основаны и пропитаны Библией, а Библию охраняет сам Бог. Плоды увидеть на своей делянке не каждому сподобится, удастся. Хотя тянул, не просыхали лямки, преодолел жар юности, напасти, и дел таких с прицелом не на завтра, коль присмотреться очередь за нами. Готовила еду, белье стирала Марфа, но результат не видно, как после цунами. И о единстве веры, сколько же молились, о сект и ересей, как в ядерном котле. О растворении воздуха, но выхлопная гнилость, бескислородный голос нам не одолеть. И не видать ни проблеска во тьме, рассеять мрак мы постоянно, и мы искренне пытались. Но сон препятствий, тысячи помех, на нет свели наш труд в конце баталии. Так для чего ж молиться без надежды? Что сбудутся прошения, молитвы, в игре судьбы мы не простые пешки. И наш настил над пропастью не хлипкий, уверенности нет на 100%, ни в правоте своей, что так тому и быть, что капитал был вложен в бизнес ценный, к надежному столбу наш флаг прибит. Нам заповедь дана терпеть и ждать, не ожидая результата вскоре. Пожар изничтожает, похищает тать, обломки мачт выбрасывает в море. По воле Духа Божия прошение, благодарение за все, что как бы мимо молиться, ждать без тени огорчения, как при плохой игре с хорошей миной. Нам дорог сам молитвенный процесс, общение с Создателем благим, молитвы мы обличаем крест за все несбывшееся и Иегове гимн. 14 июля 2005 года. Игнатий Лапкин.